Приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть игру Сингулярность. Это у нас второе видео. Вот этой штукой мы будем в дальнейшем управлять временем. Ну, пойдемте. Давай, открывай. Открывай ворота. Идем. Конечно, идем. Тебя только и жду. Так. Взяли дробовик, мы знаем, он очень хорош в ближнем бою. Форма очень. Не совсем та, что я видел, но это абсолютно так, точно русский нас, солдат. Я тут уверен. У нас нету ничего. Идем. Давай, двигаем. Бам. Да уйди ты. Он бы и сам бы мог справиться. Патроны на него перевели только, блин. Ну ладно, ничего страшного. Быстрее будет. Блин, надо помочь. Конечно, на. Что ж ты без меня делал? Давай, теперь еще и в лоб ему заеби. На. Вот так вот. Следующий. Готов? Ну. Открывай двери, прикрывай. На. За мной. За мной. Давай, иди вперед. Так, мне это пока не надо. Пока без надобности. Рынка, ну что ж. Обходи справа, я пойду слева. Кстати. На. Вам не кажется, что-то слишком? Ой-ой-ой, вот. Да тихо ты. Да. Блин, вот кровью забрызгано так, что хрен отмоешься потом. А это ж все воняет. Давай, не тормози. Не просто так забахано. Это хрен отмоешь. Воняет. Так, за ним и спуститься не можем. Аптечка нам. Аптечка нам не нужна. Так, кстати. А какую падла тут? Нет. Непонятно. Так. Подождите, у меня пистолет был. Так. А я пистолет обменял, что ли? Блин, надо было с пистолета бахать, я бы не мог. У меня же уже был дробовик. Хорошо, что автомат не променял, ё-моё. На, затихо ты. Здорово. Что у нас дальше по плану? На. Успокойся, дядя. Внизу. Опаньки. Здесь у нас что? Ничего. Вот сюда заходим. Что? Опять смотрим. Ничего. И вот здесь вот мы сейчас провалимся. И вау. Бум. Да тихо вы. Да тихо, на. Что? Давай, подожди. Хватай. Я тут еще не посмотрелся. Нет, туда ничего. Вот. За мной. А как вот использовать такие вот? Я не понимаю. Аптечка. Вот здесь еще уколы какие-то. Они-то как используются? Берем. Все берем. Аптечку мы только что использовали. Черт, заперто. Я буду держать оборону, а ты придумай, как ее открыть. А что? Я должен придумать? Дверь, найдите способ открыть ее. Так. Подожди, если я туда вниз пойду. Перезаряжаю оружие. Точно. Давай, не сюда. Ренка, придумай, как открыть дверь. Я буду прикрывать. Я должен найти способ, как ее открыть. Перезаряжаю оружие. Я побуду здесь. А, вот.
Вот. Перезаряжаю оружие. Куда? Где? Вот. Не видно, да? Ага. И нам тут, опа, светит кто? Да, заткнись. Больно палевно ты тут так лежишь. Перезаряжаю оружие. Кто? Давай, Ренка, придумай, как открыть дверь, я буду прикрывать. Давай, заходи. Ты там что уже, ух ты, месиво-то какое-то там устроил. Смотри, какая у меня штука здесь есть. Опаньки. Че, я не понял. Давай перезаряжай. А вот и радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном 1 и свалим отсюда. Ты мне что-то говоришь, нет? Нифига. Один патрончик взяли. Ох, как... Ага. Ну, не пожалели, ладно, потому что обратно нам не возвратиться. За мной. Так, не выключать. Осуществляется охрана данных. Компьютер не выключать. Замечательно. Давайте. Почта. Ха-ха, почта. 40 лет с вами, 40 лет в пути, конечно. Хрен доставят. Все сроки взгниют. Давайте послушаем. Я добрался до пристани, но все катера уже отчалили. Свободных мест больше не было. Военные обещали вернуться. Но я боюсь, что случится новый выброс, гораздо опаснее прежнего. Я видел показания. Хуже еще впереди. Я не могу найти свою Надю. Давайте поищем его Надю. Будь на чеку. Не могу. Ладно. Так, сюда надо забраться, нет? Нет. А ящики стоят. Хорошо, ладно. Блин! Ёж твою мать-то нахрен! А, кстати, вот такой момент есть в Resident Evil, если на PlayStation играть. Не помню, по-моему, первая часть, что ли. Вороны, когда пробивают стекло у автомобиля. Тоже. Ну, на тот момент страшно было, сейчас не знаю. Сейчас просто уже знаешь, к чему готовы. Проверь-ка ту будку. Может, там еще есть один выключатель? Здорово ты меня отправляешь. Просто превосходно-таки. Давайте сначала осмотрим, что у нас здесь есть. Блин, блинский. Так, пишем все эти помойные углы. Ой-ой-ой. Нам туда. Я прям слышу. Это заправка, да? Топливная станция. Почему вот по-английски-то написано? Ну что там? С советами в корешах были, что? Ой, с советами, с американцами в корешах были. А вот куда мы сходим. Это как считается, секретным местом или как? Потащил. Вот так вот его и съели. Красиво было, правда? Ну-ка, нет, заглох, правильно. Говорят, что большинство катеров отчалили пустыми, нас бросили. Каторга 12 обречена, и похоже, нас хотят похоронить заживо вместе с ней. Да, на это очень похоже. Эксперименты над детьми, когда их бросили, под стол поставили якобы это. Поможет им спастись, ублюдки. Так нельзя. Так, мы пойдем туда, туда. Вот еще одно местечко. Куда я хочу сходить. Подожди. А я здесь был. Только что был. Блин, отсюда не вылезти, да? Таким же путем. Ни хрена. Блин, ну ладно.
комбикорм будешь? Будешь? Давай. Сделали кружок. Блин, какая бессмыслица, конечно, с моей стороны. Ну, что сделано, то сделано. А-а-а! Нету никого. Опять Почта России. Вот здесь вот вроде бы как можно было бы, но на самом деле нифига. Ну-ка, вот эта буточка. Алексей по-прежнему не делится едой. Женщинам приходится платить за нее собой, если больше ничего нет. Мы помираем с голоду, а эта сволочь сидит в своем туннеле и смеется над нами. Но мы с ребятами собираемся сделать ему сюрприз. Макс нашел одну сломанную решетку. Теперь мы можем проникнуть в туннель сегодня ночью. Посмотрим, кто смеется последним. Разделались с Алексеем, так ему предателю. Он еще жив, но вряд ли это надолго. Исаак избил до полусмерти. Теперь вся еда наша. Крики прекратились. Проверим, помер Алексей или нет. Если да, то вынесем его труп и переберемся в туннель. Начались дожди. Надо торопиться. Еда почти закончилась. Олег и Исаак мертвы. Они взяли из запасов больше, чем полагается, и попытались сбежать. Спать в бывшем убежище Алексея ни у кого не получается. Все говорят, будто их мучают его крики и видят из прошлого. Вот. Это вот как раз где мы были. Это Алексей, подонок. Люди голодают, а он с них натурой берет. Тварь. Таких уничтожать надо. Вот нисколько его не жалко. Хорошо, что его сожрали кровожадным способом. Опаньки. У меня все заполнено, так, да? Они отсюда пытались выйти. Их раздавило. Какая досада. Ну, нашу кровожадную сущность это нисколько не пугает. Нет. Так, поднялись. Туда нет. Туда нельзя. Хорошо. Так, ну это уж потом. Мы сюда. Нет. Ой-ой-ой, патроны. Так, я не понял, мне сюда или не сюда? Или мне вот в ту будку надо? А, вон рычаг, походу, делает, а он. Ну, давай. Ну все, выдвигаемся, следуй за мной. Блин, все так скрижечит. Это называется беспалево, ага. Следуй за мной. Хорошо, следую за тобой. Что ты мне предложишь? Ух ты. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить путь. Так. Винтовка. Так. А никак не увеличить нам? Нет, никак. Метко стреляешь? Конечно. Тренировался. Вертолет! Только не наш! Ложись! Где ты его видел? Давай. Ай-яй-яй, высадил где-то кого-то, да? Смотри в оба, нет ли еще где этих тварей.
Смотри в оба. Так. Ну-ка, давай-ка на ближний бой. Блин. Здесь есть что-то? Так, если я сюда зайду... А мне сюда... Ага, так не получится, да? Вот так не приспособлен прыгать. Хорошо. Давай-ка я пока сюда тогда схожу. Посмотрим, что у нас здесь имеется. Лайля-ху, лайля-ха. Мы сейчас захреначим. Так, слушаем. Люди начали бросаться на солдат. Многие погибли. Остальные ушли вглубь острова. Я должен найти свою Надю. Надю? Надя, Надя. Опаньки. Так. Понятненько. Наконец-то. Конечно, наконец. Боже, ну прям музей старины. Так. Ты что там хочешь натворить-то? Напакостить решил? Ой. Титан 1. Девлин 4.1 на связи. Прием. Улучшение оружия. Титан 1. С помощью ручного шкафа можно выбрать и улучшить оружие. В оружейный шкаф автоматически добавляется большинство найденных вами образцов оружия. Девлин. Хорошо. На связи. Мы готовы к эвакуации. Давайте. И здесь эти русские. Повторяю, так, а как? Девлин 4.1. Ну-ка. Не похоже, глушат. Вот так. Одна русская речь. Е, усовершенствовать. Хоть что-нибудь работает на этом. Так, увеличение емкости, так, быстрая перезарядка. Нет, конечно, увеличенный урон. Это забросили почти полвека назад. По крайней мере, так. Все так считали. Насколько а вот увеличится? Давай-ка урон увеличим. Черт, эти парни не слишком дружелюбные. А я как? Все? Все? Перезаряжаю оружие! Надо свалить! Это вообще честно? Я вас вижу. Вам этого должно хватать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Перезаряжаю оружие. Да тихо вы. Блин. У меня такое чувство, что мы зря стрелимся. Вроде здесь проигрывать надо. Но не сейчас. Блин. Продержаться мы продержались. Да подожди ты. Давай, давай, давай. Блин. Ну вот так вот мы. Все равно надо было продержаться сколько-то. Ай-яй-яй. Взгляните на это злобное лицо.
Капитан Ренко. Вы капитан Ренко, так ведь? Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня к вам пара вопросов. Задавай. Фамилия, звание и номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюша. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Ты дебил. Где Женева, я где ты? Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно? Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства. Сейчас договоришься. Боюсь, это невозможно. По целому ряду причин. Посольство сейчас... Дебил. Так лучше. Почему вы не постарели за эти 50 лет? Объяснение только одно. МВП. Где он? МВП. Ренко, беги! Прошайте к двери! Беги в открытые это... двери! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Беги! Беги! Да бегу я! Думаю, что связанными руками так хорошо бежать. Блин. Естественно. Вариантов-то нету. Блин. Давай. Защищай меня. Откуда ты вообще взялась? Первоначально. Откуда ты первоначально-то взялась? Блин. Ну, спасибо тебе в любом случае, кто бы ты ни был. Боже, вы здесь. Все, как передавал Мир 12. У вас наверняка масса вопросов, но у нас мало времени. Сюда, скорее. Не дайте ему уйти! Вот так. Найти и уничтожить! Я сейчас тебя уничтожу. Так. Меня зовут Кэтрин. Я состою в организации, известной как Мир 12. Говорит Мир 12. Наша цель – донести до человечества правду, которую от него скрывают. В 50-х годах 20 века был создан военно-научный центр Каторга 12. Правительство и по сей день отрицает этот факт. Это ложь. Мы нашли секретные документы, согласно которым на этой базе занимались изучением минерала Е-99. Программу изучения Е-99 возглавляли двое ученых. Доктор Виктор Борисов, ведущий специалист по квантовой физике. Ему так и не довелось увидеть плоды своей работы. В отчетах говорится, что он погиб во время одного из экспериментов. После смерти Борисова программу возглавил этот человек. Он втянул Советский Союз в войну за мировое господство, которую он выиграл благодаря уникальному оружию, разработанному в Каторге 12. Сегодня его знают все. Генеральный секретарь Николай Демичев, председатель мирового правительства. События, благодаря которым Демичев пришел к власти, до сих пор окутаны тайной. Мы нашли записи, в которых говорится, что Демичев – самозванец. И возникает все больше вопросов о Каторге 12. Что дало генеральному секретарю Демичеву такую власть? Что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв? Все ниточки ведут к сооружению на Каторге 12. Сингулярности. Что же такое сингулярность? Судя по дневнику, лишь один человек может ответить на этот вопрос. Капитан Натаниэль Ренко. Наша главная задача – найти капитана Ренко и помочь ему в выполнении его миссии. Мы – Мир 12. Мы говорим людям правду. Вот так. Один из ведущих ученых проекта «Сингулярность» втайне построил убежище. Ты должен найти его. Там есть другой выход. Держи. Двусторонняя рация с навигацией. Ступай. Ступай. Хорошо тебе сказать, ступай. Ты вообще как здесь оказался? А как же монстры, солдаты? Ё-моё. Опа, и ушла. Испарилась. Ладно. Вот как ты убежала? Быстро так. Thank you.
Плыви, плыви. Давай. Ой. Вот они вот эти еще как надоедают. Это кошмарно. Так. Давайте с вами пройдемся, посмотрим. Я уж не помню, как их убивать. Их, по-моему, только сингулярностью убивать. Это не открывается. Плохо. Так. В случае чего мы знаем, где что искать. Аптечка. Давай. Это пока ознакомление с ними. Поэтому они поди не трогают. Ну, сейчас начну. Вот. Падла. Ты что? У меня тут пистолет. Смотрите, сколько их повешенных. Тихо. Тихо. Смотрите, за ноги, без голов. Ой, ужас. Оружейный шкаф. С помощью оружейного шкафа можно выбрать и улучшить оружие. В оружейный шкаф автоматически добавляется большинство найденных вами образцов оружия. Вот мы уже так. Улучшение оружия. Это хорошо. Внимание всему персоналу отдела снабжения. На следующей неделе мы будем преобразованы в отдел хранения и доставки руды. Все сложности и клады остаются без изменений. А все должности и клады остаются без изменений. 1 сентября 1953 год. Зав. Отделом Смирнов. Иванов, Смирнов, Сидоров. Хорошо, Смирнов так Смирнов. Так, что у нас здесь имеется? Ой. Так. Нас ждут за дверью, скорее всего. Еще разок проверим, на всякий случай. Вот. Чуть не ушел. Мне нужен автомат. Так. Е. У меня есть усовершенствование. Это я точно знаю. Назад. Купить боеприпасы. Так. Что-то я не понял, где у меня автомат-то сам. Так, и что е выбрать? Ну. Вот автомат теперь у меня есть. Теперь есть. Будем стрелять. Для начала. Блин. Слышите? Будь начеку. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайся им на глаза. Как это не попадайся? Вон они, они. Блин, тут дробовик надо было брать, да? Ну, кто же знал? Ё-моё. Они сейчас меня забодают. Дробовик надо было, вот чё. Значит, это полбеды. Давай, 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 давай. Открывай. Они совсем близко. Беги, беги. Тут еще эти шипы. Блин. Ай-яй. Смог? Попал?
Их вообще, я даже не знаю, убить-то возможно, нет, пулями. Технологии. Нас было 12. Мы укрылись от взрыва сингулярности на складе, неподалеку отсюда. Но потом нас нашли твари. Теперь нас только трое. Нам надо выбраться с этого острова. Вот так вот. Я бы тоже выбрался бы с этого острова. Кто бы выбрался? Не понял. Да. Да подожди ты. Вот смотрите-ка, все-таки убить их можно. С трудом, конечно. Ну-ка. Башню раскалить им. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, лечение так. Вот, записка. Конь защищает ладью, но слон берет короля. Павел. Прости, Павел. Шах и мат. Эх, знать бы еще. Мы оторвались от чудовищ или просто им надоели. Сейчас мы в безопасности. Павел вывихнул лодыжку, мы боимся, что она сломана. Эту ночь мы проведем здесь. К счастью, в убежище нашли шахматы и запас водки. Уютная домашняя атмосфера. Уютная домашняя атмосфера. Почему это не вас не тронули? Тоже вопрос вопросов. Давай. Перезарядимся. Подожди. Убил. Фух. Все. Подзарядились. Вот для автомата, да? Валькирия. Это при том, что мы еще прокачали его на убойность. Спокойно. Блин. Логично. Так, это что у нас? Туда. Надо было мне туда. Вот что я скажу. А как туда пройти? Только вон тем путем. Что меня там ждет? Ну ладно. Открою. Здесь ничего нет, на всякий случай. Ничего. Открываем дверь. И обстрел. По врагам. Опаньки. О! Но это, знаете ли, неплохо. Так, подождите, я отсюда прибыл. Где? Вот так. Ну, кстати, патронов-то не было. Появились. А вот оно. Как надо было. Блин, они так бесконечные.
Давай. Пошел отсюда, пошел, пошел. Да. Так. Мне куда? Подождите, а я туда пришел, по-моему. Мне почему-то кажется, что я оттуда пришел, нет? Ну, дорога-то у меня одна. А, ну-ка, стой, вот еще. В убежище находится устройство, известное как МВП. Его изобрел доктор Борисов, один из ученых, работавших здесь в 50-е годы. Вот так вот. Главное не паниковать, а осмотреться. Давай, давай, давай. Нет времени, они почти внутри. А нет, я не хочу так умереть. Блин, ну так нельзя. Прости меня. А, не застрелился. И тебя сожрали. Двоих застрелил, а сам не смог избежать этой участи. Печальная история. Чем-то, как он, туман от Стивена Кинга напоминает. Ну-ка. У нас приплыв новых сотрудников и военных, и ученых. Должно быть, готовится какая-то очень важный проект. Анна, моя подруга из администрации, говорит, что у них огромный поток новых данных, и все работают в ускоренном темпе. Это же хорошо, правда? 2 августа 1953 года, Алена Козлова, секретарь лаборатории. Да вы подопытных себе притаскиваете. Чего ж тут хорошего-то? Блин. Ну-ка, давай сначала в один конец сходим. Правильно. Опа. Технологию мы взяли. Блин, они вон, они жрут. Мне через них пробираться еще. Ну ладно, дробовик есть, что, прорвемся. Согласно записям Мир-12, в этом здании есть секретный вход, ведущий к убежищу. Найди его. Да, он здесь не секретный, он один, единственный здесь вход. Да. Да. Вот так. Всех убил. Всех убью, один останусь. Смотрим. Во всех этих припарках, вот этих примочках. Везде они расставлены, эти штуки, которые мне нужны. Я не знаю, зачем они, правда. Я вроде на них патроны покупал, нет? Смотрите. В камерах люди какие-то. Написано спецназ. Спецназовец отдыхает. Здесь, видимо, такой же. И эти такой же, смотрите, видите? Тоже. Нет, нет, какая-то броня на них одета. С кривыми мордами. У кого-то какая голова была при убийстве, того такая осталась. Ладно. Туда не можем, туда не можем. Ух ты, ух ты. У испытуемых увеличилась плотность мышечной массы. Явное действие изотопов Е-99, которые... Это лаборатория опечатана. Что? Вы с ума сошли? Что все это значит? Знание про них посторонних. Следуйте за мной. Кто вам дал на это право? Я. Доктор Демичев, вы знаете, что доктор Борисов не потерпит? Борисовым я займусь лично. Он предал родину. Вы двое, соберите всех и найдите прибор. Не знаешь, где оно? Говори!
Пусть сначала темечем сгорит в аду! Если хочешь жить, делай, что тебе говорят! Красавчик старикан. Темечев напрасно считает, что варвары вроде вас помогут ему утаить правду! Что бы ни было, он не сдал свое детище. Что заслуживает похвалы? Е-95. Трасса Е-95, точно, ё-моё, как это? У подопытных крыс проявляются результаты инъекции Е-99. Резко выросли мышечная масса и физическая сила. Такой гипертрофии я еще не видел. Нужно доложить об этом в отдел испытаний на людях. 22 декабря 1953 год. Понятненько. Доложим. Но вот морды-то разные, падлы. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Вот. Нам в эту нору надо. Ну давайте для начала послушаем. Это рабочий журнал доктора Виктора Барисова. Похоже, моя мысль о том, что Е-99 влияет на время, верна. В нашем последнем опыте зерно кукурузы дало урожай уже через 3 дня. Какие перспективы! Доктор Демичев потребовал испытать Е-99 на людях. Разумеется, я отказался. Да, да только он все равно испытал это. И не просто на людях. Вау! Вау! Так, больше мы не балуемся, да, фотками? Ну ладно, хоть я себя посмотрел. И то неплохо увидел. Ой, подождите, у меня тут была аптечка. Не надо, я помню. Итак. Сюда мы не можем пока войти, в этот портал, потому что его надо расширить. А секретная лаборатория находится вот тутоньки. Как у Бэтмена в доме побывали. Или гадкий я. У него подобная такая труба была. Жопой вниз спустился, как некрасиво. Ладно. Пойдемте. Кстати, вот эта штука тоже вам навредит. Ага, не могу. Ладно. О, записка. Дневник доктора Виктора Барисова. На днях рабочие обнаружили под моей лабораторией пещеру с большим залежем Е-99. Это объясняет странные показания приборов. Я приказал изолировать пещеру, чтобы излучение Е-99 не мешало нашей работе. Хорошо. Ой. Идем, идем. Нам сюда. Потом вот сюда. Записка. Некоторые растения впитали в себя Е-99 и приобрели его свойства. Может, из них тоже подействует МВП. Давай. Вот МВП мне надо. Суть игры-то в этом и заключается. Так. Твой сигнал пропал с радара. Значит, я полагаю, ты достиг убежища. Там находится МВП. Из-за этого устройства Демичев убил твоего друга. Давай. Вон туда мне. Сначала давайте посмотрим. Вот здесь вот что-то разбитое. Вот это, по-моему, МВП образец какой-то. Или настоящий МВП. Суть не в этом. Записка. Против прототип готов. Громадный и тяжелый. Нужна более изящная модель. Но пока и это подойдет. Барисов. Это, видимо, вот этот, который... А, вот. Он стрелял типа пистолета там в ролике-то. Да. Только он еще не знает всю мощь и всего потенциала этого НВП. Давайте посмотрим сначала видеоролики.
Отчет о результатах. Уважаемые коллеги и члены Политбюро, я доктор Виктор Барисов, руководитель научной станции Каторга-12. Изучение Е-99 оказалось более плодотворным, чем я ожидал. Мы открыли, что этот элемент позволяет менять положение объекта во времени и пространстве. Запись опыта номер 143 с мобильным временным преобразователем, или сокращенно МВП. Как видите, МВП может возвращать объекты в их первоначальное состояние или приводить в негодность. Не стоит направлять устройство на живое существо. Последствия будут весьма неприятны. Я уже веду работу над уменьшенным вариантом устройства. К сожалению, МВП работает только на предметах, содержащих Е-99. Я уже добился больших успехов и хочу продолжить исследования. Слава КПСС! КПСС. Вот записка. МВП действует на резервуар из металла, смешанного с Е-99. Ха-ха, Барисов. Сейчас я вам покажу, на что оно действует и как. Итак, вот это. Штучка. Я доктор Барисов, профессор Московского Слушаем. Института радиации. Отчет номер 19. О возможном применении мобильного временного преобразователя. МВП, как я его называю. Давай. Смелее. Мы будем сделать эти супергероя. Супергерой. Человек-паук и Железный Человек рядом не стоял с толпой. Будешь как Танос. Опа! И все. Вы получили мобильный временный преобразователь МВП, позволяет перемещать объекты во времени, чтобы состарить или омолодить объект, нажмите Q. Давайте сейчас посмотрим, как это работает. Q. То есть он делает наоборот. Если это старое, то станет молодым. Если молодой, то станет старым. Вот так вот. Видите, как новенький. Импульс. Способность импульса заменяет вашу атаку в рукопашную на мощный заряд энергии. Чтобы применить способность, нажмите мышь 3. Хорошо. Вот для начала мы восстановим. Здесь. Смотрите, ищи Барисова. Барисова, как правильно. Хорошо. Вот здесь жалко, нельзя вот этот прототип-то восстановить. Ну так, Борисова ищи. Хорошо, будем искать. Так, здесь мне ничего не надо, да? Здесь тоже. Не... Так, что там? А, да. Вот оно что. Энергия. Так, постепенно восстанавливается перемещение предметов во времени, требует небольшого количества энергии для перемещения солдат и тварей. Ее нужно больше. Вот шкала, которая появилась. Тихо, тихо. Так, а как мне ее достать-то? М-м-м.
Минутку. Так. Блин. А, вот. Спокойно. Все, понял. Не на ту смотрел. Так, это как-то вроде перемещаться должно, нет? Нет. Так, ладно. Технология. Взял, еще что-то взял. Неплохо. Так что не стоит раньше времени уходить с данных позиций. Сидим сюда. Берем усовершенствование. Ради нашего блага, надеюсь, тебе удалось найти МВП. Ты должен вернуться с его помощью в 1955 и помешать Демичеву убить Барисова. Только он знает, как вернуть историю на правильный путь. Батареи взяли. Что, мне их пополнять надо будет? Их на людей еще как направлять, будем играть с ихними судьбами. Чуть не ушел. Давай, поехали. Скоро ты подойдешь к разлому. Это разлом во времени. Они появились по всему острову сразу после взрыва сингулярности. Угу. Давайте. Нам теперь вот сюда. Временный разлом с помощью МВП можно отправляться в прошлое через временный разлом. Такие разломы в пространство временном континууме возникают из-за больших скоплений Е-99. Пойдем. Объявлено чрезвычайное положение. Всему персоналу немедленно покинуть. Давайте для начала посмотрим хотя бы. Ох ты, боеприпасы взял. Все нарушители будут подвергнуты жестким санкциям. Так. Давайте составим его сейф. Блин. Здорово вы придумали. Возьмем. Блин. Для пистолета. Вот так. Сойдет. Идем следом. Помогите! Я прошу тело! Пора сваливать отсюда! Блин, ладно. Давайте переиграем. Первый раз помер. За игру можно.
вроде спаслись все. Пусть бегут. Давай. Кто под обстрелом? Ногам надо стрелять было им. Ладно, сейчас займемся этим. Внимание! Объявлено чрезвычайное положение. Всему персоналу немедленно иди к остальным. Я не буду молчать. Если хочешь жить. Троих забили. По ногам будем стрелять, значит. Ну куда ты? Видишь же, что я здесь. Я и не подозревал, каким мощным может быть Е-99. Сегодня произошел несчастный случай, взорвался прототип МВП. Трое моих помощников погибли от радиации. Но я должен продолжать работу, несмотря ни на что. Если мои исследования увенчаются успехом, они принесут пользу всему человечеству. Барисов. Виктор. Ой-ой-ой, время бежит. Настолько я состарился. Ничего себе. Давайте смотрим дальше, что у нас. Внимание! Объявлено чрезвычайное положение. Всему персоналу немедленно покинуть здание. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я этого не допущу. Я не собирался просить разрешения. Премьер Барисов. А я что сделаю-то? Я в него стрелял, в эту падлу. Откуда? Блин. Ладно. Обстрел. Устрелялся, все. Так, эти штуки опять надо брать. На, я все вам испорчу. Вот так. Все взял, да? Все нарушители будут подвергнуты жестким санкциям. Я этого не допущу. Я
Я не понял. Борисов погиб. А как надо было? Внимание! Объявлено чрезвычайное положение. Всему персоналу немедленно. Так, расстреливай людей по-быстрому. Все взял, да? Я этого не допущу. Я и не собирался просить разрешения. Вот так. МВП? Нормально. Как? Вы спасли мне жизнь. Конечно. У вас МВП. Но вы в американской форме. Видимо, случилось что-то ужасное. Еще бы. Идемте. Надо найти мои записи. Кто-нибудь его видит? Господи. Кто-нибудь его видит? Конечно, видит. Восстанавливается со временем, но вы также можете быстро восполнить его с помощью специальных батарей. Батарея используется автоматически. Понятно. Там два охранника. Можете их убрать. Идем следом. Вот так. Думаю, тебя это должно устроить. Я знал, что девочек взбесится, если мы откажемся работать над сингулярностью. И я не думал, что он опустится до такого. А надо было. Сейчас достану записи. Так, это мы в круговую прошли. Черт, не открывается. Да, в круговую. Влияет на старение объектов, делая их... Знаю. Другого слова, старее или моложе. Даже сейф может развалиться от времени. У нас мало времени. Используйте МВП и составьте сейф. Конечно. Давай сюда. Ты все равно пацифист. Вот, держите. Это прототип оружия. Ты со мной разговаривай. На основе Е-99. Не совсем надежный, но он нам поможет. Люди Демичева. Да. Куда он делся? Давай, последний остался. Конечно. Куда он делся? Пора сваливать отсюда. Давайте, пойдемте. Блин. Да, неудачно, конечно. Ну-ка еще разок.
Возьму. Охранника. Можете их убрать. Без проблем, давай. Вот и все. Я знал, что Демичев взбесится, если мы откажемся работать над сингулярностью. Но не думал, что он опустится до такого. Сейчас достану записи. Давай, доставай. Черт, не открывается. МВП влияет на старение объектов, знаю, делая их, за неимением другого слова, старее или моложе. Даже сейф не бузи, давай быстрее. От времени. У нас мало времени. Используйте МВП. Ставьте сейф. Давай. Вот, держите. Это прототип оружия на основе Е-99. Не совсем надежный, но он нам поможет. Так. Ну вот кто? Я не могу так просто сейчас. Прикройте меня! Уйти. Стреляй, стреляй. Закрой рот. Сейчас. Неплохо. Идем. Я тут он. Туточки, я туточки. Так, здесь у нас что? Ничего. Здесь у нас. Коридорчик. Вот, заметьте, не зря сходил. Давай, назад. Что вижу, думаете, вас? Стреляй, стреляй. Помогите, я под обстрелом. Давай. Стреляй, стреляй. Помогите. Вот так. Что у нас здесь? Ух ты. Ящики можем перемещать. Хорошо. Так, а мне куда? Пора сваливать отсюда! Помоги!
Берем. Идем. Здесь у нас что? А, это состарить, да, можно? Ой-ой-ой. Ты здесь стоял все это время, меня ждал. Как благородно с той стороны. Пару шагов. Давай. И ты мне усовершенствуешь НВП. Давай. Где ты? Здесь мы с вами простимся. Окей. За меня не волнуйтесь. Я спрячусь в той башне. Обещаю, хорошо. Еще встретимся. Активируйте разлом с помощью МВП. Он вернет вас в ваше время. Ну что ж, удачи. Возвращаемся. Иван Васильевич меняет профессию. Глазам своим не верю. Я ждал вас больше 50 лет. А для вас, наверное, прошли считанные секунды. Помните башню, куда я собирался? Я вернулся туда. Это самое подходящее место. Идите скорее, нам надо о многом поговорить. И смотрите в оба, я отправил к вам нашего общего друга. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующей серии. Пока. А я пойду усовершенствовать НВП.